И снова о выставках. Мир детства представлен в эти дни в экспоцентре на Красной Пресне. Настоящим хитом выставки стали изделия из шкуры ягненка. Меховые пеленки, нитки, чехла, представленные компанией «Ант», покоряют не только своим эстетическим видом, но и качеством. Марка Медиса – это крупнейший производитель шкурок из австралийских ягнят-мериносов, которые обрабатываются специальным медицинским протеиновым способом при помощи яичного желтка. И благодаря свойствам шкурки ягненка-мериноса и специальной обработке они подходят для выхаживания и нахождения на них детей самого раннего возраста, от рождения. Наше убеждение, что при выборе товаров для новорожденных компромиссов быть не может. И поэтому каждая мама и малыш с самого начала достойны только самого лучшего. Также компания «Алант» является официальным дистрибьютором турецкой торговой марки «Savvy Baby» в России. В этом году модельеры из Стамбула предложили нагрудники из латекса. Убедиться в их практичности можно прямо на выставке. Вся продукция фирмы собственного производства, поэтому цены изделий доступны всем.